One is one for money, two for show. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире вновь Russia Show на телеканале Atomiken Business Channel. У нас очень важная тематика. Сегодня мы с вами поговорим о медицинском страховании. Друзья, встречайте, председатель правления фонда медицинского социального страхования Елена Бахматова. Недоверие со стороны, конечно, работодателей в этом вопросе растет, особенно вы вот отметили опыт 20-летней давности. Как вы, вот, ну, наверное, с точки зрения репутационной работы, да, вот будете с населением работать? Деньги, собранные в виде взносов и отчислений, они будут храниться на счете активов в Национальном банке. И с этого же счета активов они будут непосредственно идти на оплату медицинских услуг по договорам. То есть ни на какие иные цели, кроме как на оплату медицинских услуг, эти деньги идти не могут. То есть это вот как раз тот механизм, который должен обеспечить прозрачность и не повторить ошибок прошлого. А на ценах это как-нибудь скажется, медицинских услуг? Будет ли повышение? Тарифы будут утверждать Министерство здравоохранения, а у фонда есть будет возможность вносить свои предложения, так же, как такие предложения могут вносить и соответствующие ассоциации медицинские, медицинские частные клиники. Поэтому чем больше будет общественного контроля, гражданского контроля за этим вопросом, тем меньше, наверное, будет перекосов с точки зрения тарифообразования. Ваше главное жизненное достижение, что вы считаете самым важным? Наверное, мою семью. Сын, муж –